Ну вот вылез на саму дамбу. Вот дамба так выглядит. И вот там вот что-то такое торчит бетонное. Ну, уже сломанное. Пойду попробую, поди. Ну вот какое-то бетонное сооружение. Я не знаю, что это такое. Но походу это мост был. Сейчас обойду с той стороны. Ну вот такая фигня. Там вход какой-то. Выход, блин. Залез. Ну так ничего, площадка хорошая. Что это такое может быть? Это мост, поди, да? Ну я так и подумал. Ну высота так ничего, прилично. Не знаю, сколько метров, не мерил. Падать не собираюсь. Значит, меня предположения мои не обманули. С обратной стороны. Ну, как-то так. Мост был. Кому помешал? А так ништяк было бы. Вот еще одна опора моста. Быки так называемые. Сейчас к этому подойдем поближе. Вот такая хальшина. Тут туннель. Для чего? Значит, надо. Раньше бы его зря не строили. Пойдем дальше. Тут вот так вот. Бетонная глыба. Рельсы торчат. Металлисты, вы где? Что-то развалилось все. Мне надо было эти кусты лезть. Во как ништяк вообще. Все сломали. Это караул. Тут вроде Гитлер не выгуливался со своей какой-нибудь там танковой бригадой. Да. Еще рельсы. Это что же такое за безобразие? Столько металлолома пропадает. Где тут трактора? Да. Тут без мертвой фашистской головы все. Сами сломали. Сами построили, сами сломали. Ну, построили-то, скорее всего, это зэки какие-нибудь. А может, пленные? Надо покопаться, поискать. Подойду. Искать. Мост. Взять, угробить мост.
Он, поди, еще стратегического какого-нибудь значения был. Все, приехали. Дальше идти некуда. Такое ощущение, что тут еще один был. И на быках растут деревья. На бетоне. Вот так это выглядит чуть подальше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В кушарах там, по-моему, еще один 10. 10 быков было. Ну все, погнали. Смотри, как четко крутит. Вон мост, видать, который развалили ребята-демократы. Мало там мостов у нас. Вон там еще один торчит. Оказывается. Сейчас мы и к нему подойдем, посмотрим, что там затроливали. О, я, оказывается, вспомнил эти мосты. Вот так это выглядит, когда лед летит на эти две громадины бетонные. Хошь не хошь, поломаешься. Это вообще ништяк. У него там еще как труба какая-то торчит, что ли. И еще туда что-нибудь забросить, чтобы дымило. Как пароход. Ну все. Нам туда. Нам еще топать и топать. Туда пойдем.